Вот. А правда ли, что бюджетные деньги, которые были выделены на строительство жилья для обманутых дольщиков, чьи интересы вы защищаете в корпорации, перераспределялись на строительство других объектов? Ну, это уже давно старая песня, которую уже давно проверили все. Были аудиты, были экспертизы, были прокурорские проверки. Это все опять наветы, будем говорить, тех коррумпированных чиновников, которых я вовсю критикую за их, будем говорить, воровские качества, понимаете, и то, что город не развивается. Ну, а в отместку получаю надуманное вот такого рода замечание. Хорошо, тогда я предлагаю посмотреть еще один сюжет.